По горячим следам в Иркутске задержали двух злоумышленников. В вечернее время мужчины зашли в магазин и потребовали от продавца продукты в долг. Получив отказ, клиенты стали вести себя агрессивно, выражались матом и угрожали с помощью предмета, похожего на пистолет. Когда продавец нажал тревожную кнопку, злоумышленники скрылись, но далеко не ушли. В тот же вечер иркутян в возрасте 24 и 26 лет задержали за распитием спиртных напитков на лестничной клетке дома, в котором они проживали. В их квартире оперативники также изъяли пакет с гашишем общей массой свыше 1,5 килограмма и травматический пистолет.